кто из водителей, выполняющих поворот, нарушит правила. Здесь ответ оба водителя. Юрий Посыпкин – один из фаворитов конкурса. Ему 71 год, он приехал в столицу Татарстана из Нижнекамска. За рулем больше полувека, профессиональный водитель. Управлял и легковыми автомобилями, и фурами, и тракторами, и даже мотоциклами. Учился ездить на всех автомобилях, в принципе, начиная, ну, в то время, какие были старые автомобили. Так что прошел, можно сказать, с этого. Ну, а потом работал много лет дальнобойщиком, работал на автобусе и на микроавтобусах. В конкурсе Юрий Посыпкин участвует каждый год. Последние 3 года входит в тройку призеров. Гордится тем, что за весь водительский стаж у него не было ни одной аварии. Готов. Внимание, старт. Всего сегодня в конкурсе приняли участие 42 пенсионера. Змейка, параллельная парковка, гараж. Каждый из элементов асы вождения показали безупречно. Что самое тяжелое? Ну, то, что первый раз. Некоторые есть там бабайлар, они уже 5-й раз там, 4-й раз. Транспорт непривычный. Сцепление. У меня автомат. Привык на правую ногу. Цели конкурса, я думаю, они всем понятны. Это пропаганда безопасности дорожного движения, привлечение к этой деятельности наиболее подготовленных участников дорожного движения. Конкурс водительского мастерства среди пожилых проводится уже 8-й раз. Как отмечают сотрудники ГИБДД, водители с возрастом становятся более аккуратнее и внимательнее на дорогах. Подобные конкурсы в Казани не единичны. Не так давно в столице Татарстана прошел республиканский этап конкурса «Автоледи», где соревновались представительницы прекрасного пола. Артем Логвинов и Максим Зуйков, телеканал «Эфир».